Ну и последняя страна в сегодняшнем экскурсе – Венесуэла. Там и без коронавируса давно все непросто. Социалистический диктатор Мадуро, как свойственно всем узурпаторам власти, так поставил общественную жизнь, что голодный народ, лишенный почти всех демократических прав, любит его до самозабвения. И так, и беспокоиться за рейтинги Мадуре не приходится. А то, что администрация президента Трампа обвинила его в незаконном обороте наркотиков и обещала вознаграждение в размере 15 миллионов долларов за помощь в аресте, только прибавило народной любви бывшему водителю рейсового автобуса. Причем любви практически бескорыстной. Сейчас ожидается бонус в 350 тысяч боливаров. А чтобы было понятно, сколько это, что это и с чем это едят, курс доллара сегодня, на данный момент, ну, как бы все меняют по черному курсу. Это уже давно здесь происходит, здесь никакой уже тайны в этом нету. Курс доллара сегодня остановился на 77 тысячах боливаров за доллар. То есть, если мы посчитаем, там получается где-то около 5 долларов, да, чуть меньше, чем 5 долларов. Бонус, да, то есть начисление. Если мы будем, те, кто уверен до сих пор, что в Венесуэле там на 100 долларов можно жить и шиковать месяц, два, там, три и так далее, ни в чем себе не отказывать, это далеко уже не так, это давно не так. На эти 350 тысяч боливаров нельзя купить даже килограмм сыра сейчас уже.